3 февраля в Донецкой филармонии при поддержке Управления культуры администрации города Донецка программа для широкого круга слушателей «Теория струн». Молодежный оркестр народных инструментов под руководством Александра Малиновского и звездные гости из Москвы. Анастасия Захарова, домра, и Максим Захаров, гитара, исполнят произведения Вивальди, Чайковского, Бызова, Монти и других композиторов. Подробности в кассе и на сайте филармонии.